Херсонской области дело было. Копает на огороде. Ну что-то копает. Привычно на своем родном огороде копает. Вдруг звяк, лопата об металл. Звяк. Октябрь уже там что-то такое, он перекапывает. Разлил. Смотрит, что-то такое большое и желтое. Разрыл. И на лопату такой кусок металла желтого такой, плавленый. Тяжелый, он еще. И вот он это все, ведро, несколько кусков и домой. Говорит, Маша, ты смотри, что я надыбал у нас на огороде. А она говорит, отмыла, быстро отмыла. Здесь, слушай, ну похоже на золото. Давай на мотоцикл и дуй в районный центр Моисею, который сидит, купщик, часовой мастер, специалист по золоту. Пусть проверит, он как-то определяет, золото или нет, вдруг золото. Вот откуда у нас на огороде золото? Ты что, давай зашла? Я там картошку копаю уже сколько лет. А может, золотая жила выперла? Я читал в интернете, что иногда выпирает золотая жила неожиданно на том месте, где я не было никогда. Тут на мотоцикл прилетает Моисей Самуилович, тот очки одел, потер, взял чего-то, капнул, задумался, потом говорит, молодой человек, а где вы это взяли? Знаю где. Скажи, что это золото? Ну, надо еще разбираться, ну давай я подержу у тебя, потом как следует. Говорит, по глазам вижу, что все ясно. Домой на мотоцикл приезжает, Маша, золото. Она говорит, давай рыть еще, и они вдвоем. Стемнело, и они звяк. И он набирает с комками земли прямо, и в подполье. Она там сидит и отмывает, складывает. Гора золотых кусков, вот, знаете, раздолбанная такая золотая жила, выперла на огороде. И вот они сидят, говорят, это же золото в земле, в нашей. По закону. Она говорит, по закону должны сдать. Он говорит, ну это же не клад, это же золото. Все равно по закону сдать. Если мы сдадим здесь килограммов 50, а может больше, но я завтра еще порою, может, найду еще. Хорошо. Вот это да, все, корову новую куплю, говорит она. Он говорит, я тогда мотоцикл с коляской возьму. Какой мотоцикл? Машину будем брать. Таврию. У Сереги. Она еще ничего у него. Ну, размечтались, короче. А люди хорошие. Она говорит, слушай, надо Витьке помочь. Сосед. Пятеро детей, мало-мало-меньше, сопливых, жрать нечего. Давай, хорошо, завтра утром я ему скажу. На другой день подходит к забору, кричит, Витя! Выходит Витька, пацанок сопливый, в доме там разруха за забором, ничего не копано. Представляете картину? Знаете такие? Подходит к нему, Витя, ты не представляешь, по-соседски, между нами, чтобы никто не знал. Мы у себя накопали золото. Смотри, на огороде золотая жила выперла. Ты можешь по-соседски, я вижу, у тебя трудности, разрешаю тебе пойти накопать. Ну-ка дай посмотрим, действительно золото, это ж сколько же бабла тут, наверное. Ё-моё, это ж 1000 гривен. А то. Да, жалко, не могу я это. Копать. Он говорит, почему? Да у меня лопаты нету. Как нету лопаты? А сломалась вчера, черенок отломался. Так пойди купи лопату. Купи. Ты знаешь, почем нынче лопаты? 29,95. Вот так, сейчас он видит успех, он видит результат, но он находит причину, почему он этим будет, не будет заниматься. Почему он не будет заниматься? Потому что у него в доме разруха. Потому что вот это вот и немытый пацан, неухоженный. Это все, что вот у него есть и чем он дорожит.